Знаменитый праведник Раби Зуся из Аниполя научился у вора семи вещам. Первое. Вор делает все тихо, и Зуся не выставляет на показ свои достижения. Второе. Вор направляет все свои силы на достижение той цели, которую он сейчас себе наметил. Зуся поступает также для того, чтобы помочь ближнему. Третье. Каждая мелочь, предусмотренная вором, кажется ему важной. И Зуся никогда не упускал возможности сделать самое маленькое доброе дело или извлечь урок из самых мелких событий вокруг. Четвертое. Вор тратит много сил для достижения цели. И Зуся учился, молился и погружался помыслами в божественное столь же упорно. Пятое. Вор не делает ничего лишнего. И Зуся никогда не тратил времени зря. Шестое. Вор – оптимист и верит в удачу. И Зуся знает, что все будет хорошо. Седьмое. Если первая попытка не удалась, вор пробует снова и снова, пока не добьется результата. И Зуся никогда не отступится от задач, поставленных перед ним Торой. Из книги «365 размышлений» Ребе Менахем Мендела Шнейерсона –